Михаил Вовк не может провести в дом водопровод. В коммунальном треугольнике – водоканал, кооператив, который построил сети, и житель села. Кооператив предлагает заплатить витязевцу немалую сумму за подключение к сетям. И у него есть мощности, он не имеет права отказать мне подключение. Все, вопросов нет, да? Я должен его возместить только вот что он построит. Строительную часть. Глава витязевца полностью поддерживает. Даже если застройщик обратится в суд, пусть кооператив доказывает, сколько он потратил на строительство. В суде будет доказывать сумму, пусть предоставят смету, расчеты. Да. Компромисс с поставщиком услуг находится очень быстро. Мы дадим, но пропишем там согласие кооператива. Галина Наговицына болеет за третий микрорайон Витязева. Просит главу курорта закончить ремонт дорог и тротуаров, помочь с ремонтом освещения. Вопросы благоустройства Витязева у главы на постоянном контроле. Ремонт дорог и тротуаров продолжится. Не остается без внимания и проблема дальнейшей газификации курортного села. На приеме глава дал поручение управлению ЖКХ проверить результаты ремонта и совместно с жителями определить, что необходимо сделать в первую очередь.